Дорогие друзья и любители недвижимости, добро пожаловать на наш YouTube-канал, который ведет Юлия Руфлорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, мы снова попали в один из моих любимых комьюнити, который находится в Regal Oaks. Здесь таунхаусы сдаются на краткосрочную аренду под Airbnb. И сегодня мы вам покажем таунхаус, который купили мои клиенты. Мы не так давно закрыли, они его только что подготовили. Так, у нас уже зрители появились, не только вы. Мешаются нам. Мы недавно его закрыли, ребята его чуть-чуть еще подготовили, какие-то декорации докупили, но таунхаус, он изначально был продан уже полностью меблированный, со всеми декорациями, просто чуть-чуть заменили. Очень классный, мы уже показывали один очень похожий таунхаус в этом комьюнити, но тот был с видом на лес, а этот с видом на вот известный водный парк, который находится в комьюнити, мы тоже вам его покажем, с видом на озеро, очень красивый вид. Впереди таунхауса находится, можешь показать, Юля, сразу вот теннисные корты. В этом комьюнити очень много развлечений, как и аквапарк, теннисные корты, здесь много прогулочных дорожек, все это мы вам покажем. Также одно из моих любимых моментов об этом комьюнити, очень близко к Дисней-парку, то есть минут 10 езды до парков. Тут же за комьюнити находится мой любимый знаменитый город Celebration, здесь можно даже пешком пройти до Celebration, погулять вокруг, поесть в ресторанчиках. И за забором этого комьюнити находится Old Town, где куча развлечений. Там тоже рестораны, бары, магазинчики интересные. И также есть фан-спад, это карусели, всякие развлечения для детей. И это не будет так дорого стоить, например, как диснеевские парки. Поэтому туристы любят этот комьюнити из-за того, что они проводят несколько дней в парках Disney или Universal. И также они могут пройти, просто погулять в менее дорогом парке, буквально за воротами, можно пройти туда пешком, на машине ездить не нужно. И также многие туристы любят просто день взять отдыха вокруг бассейна, который мы вам покажем. Но давайте я сейчас расскажу по цифрам быстро. Юля, если я что-то забуду, пожалуйста, спрашивай. Да. Купили мы этот таунхаус за 345 тысяч. Кстати, ребята, Юля, ты можешь скинешь ссылочку на предыдущий таунхаус, который мы сняли, с видом на лес. Тот таунхаус продавался за 319, этот уже за 345, и он был банком оценен. Он стоит этих денег. То есть насколько за 6 месяцев, за полгода поднялись цены. Прилично. Да, это прилично. Так что нужно спешить, пока они еще больше не поднялись. В этом таунхаусе две спальни, два полных санузла и одна половинка санузла. Достаточно очень распространенный вариант для туристов. У вас не будет очень большой, так сказать, толпы из нескольких семей, да, то есть одна семья заселяется и живет. Да, и живут. То есть два bedroom, это достаточно популярно на Airbnb. Размер 350 квадратных фит, в переводе 125 квадратных метров, в переводе на метраж. Этот дом не выходил, кстати, интересная история, этот дом не выходил на рынок. Мне позвонили агенты, потому что многие агенты знают, что я здесь ищу. И они у меня спросили: Наденька, есть ли у тебя инвестор? Мы собираемся выставлять такой-то таунхаус. И мы сразу согласились, да, у меня была инвестор, которая именно хотела таунхаус с видом на озеро только, то есть вот на этой улице. И как раз так получилось, что вот, в общем, это был офф-маркет, так сказать, листинг. Я очень рада, что они мне позвонили. Клиент моя довольна, это именно то, о чем она мечтала. Кстати, эти клиенты, Евгения и Василий, мы уже показывали тоже их другой дом, одна из инвестиций.
Мы не так давно его показывали. Да. Вот это их вторая инвестиция в районе Дисней парков. Какие молодцы. Да, это мои повторные клиенты. Они сюда и сами приезжают отдыхать, и с друзьями, и просто с семьей, и как бы в парке, и просто отдохнуть. Живет семья в Техасе. У них очень хороший вкус. Мы сейчас пройдем, посмотрим, как они одекорировали этот таунхаус. Какие еще вопросы? Больше нет вопросов у матросов. Больше нет вопросов. Окей, хорошо. Ну, давайте тогда пройдем. Пройдем. Здесь входная зона. Там обычно ставится мусор. Да. Можно обуться. Можно посидеть обуться. Да. Прихожей так. Как таковой особо нет, но есть... Ну, маленькая, да. Маленькая есть. Маленькая. Слушай, ну таунхаус не такой большой, чтобы делать большую прихожую, но здесь есть прихожая, вот. Здесь половинка санузла. Санузел есть. Так, вот половиночка хорошая. Нам понравился этот таунхаус, он был уже очень аккуратный. Очень часто продается такой, что нужно еще делать какой-то ремонт. Конкретный, здесь да. Нет ковровых покрытий, кстати, до самого верха. Из спальни тоже лежит винил. Винил. Это большой плюс. Да. Особенно если лестницу, например, с лестницы убирать ковровые покрытия, это достаточно дорогостоящая работа. Да, здесь да. Вы проходите практически... Похож, только в другие декорации. Здесь вы проходите, вот они так красивенько украсили в синем цвете. Все аккуратненько, красивенько. Стильно. Салфеточки, да, все стильно, очень красивое освещение. Да. Мне здесь нравится кухня. Кухонка. Кухня с видом на озеро. Так. Это все стандартное здесь. Да. Кстати, во многих, вот что я хотела сказать, в большинстве даже таунхаусов здесь лежит плитка. Это оригинальная. Да. Оригинальная здесь, меняли. И мало кто меняет. Угу. Вот здесь хозяин здесь заменил, симпатично, да, мне здесь так заменил больше на нравится. Винил, и очень прям тепло. Да. Тепло нашему глазу становится. Да, и ногам тоже, кстати. Все здесь, в принципе, это все было. А, есть, да. Да, я не знаю, может быть, ребята что-то утварь докупали, кухонная. Вся кухонная утварь есть, ножички, все аккуратненько, все подготовлено под бизнес. Ребята выставляют его уже на этой неделе под Airbnb, они готовили саму страничку профильное Airbnb. Здесь у нас стиральные и сушильные машины. Стиральные и сушильные. Дабл. Эта мебель была. Ребята только докупили, поменяли кое-где какие-то подушечки. Да? По-моему, не было этого ковра. Ну да, уютно стало. Да, уютненько стало. Так, и вот тут телевизор. Так стильно. Очень сильно, да. Мне очень понравился. Мне там находится водонагреватель за той дверью, причем водонагреватель, когда мы были под контрактом, мы поняли, что тот был старый, там была уже ржавчина, и даже немножко уже была вода где-то подтекала, и нам молодец продавец, он нам поставил новый. Вау. Да, совершенно новый водонагреватель. Проходи на второй этаж. Так, теперь поднимаемся на второй этаж. Тут, видать, оббивали пороги. Некоторые заменены, я вижу, три. Так, и тут у нас две спальни. Ой, миньоны. Да, мне Евгения сказала, что они повесили такие стикеры. Тоже смотри, бананы. Мои любимые бабочки, посмотри на. А, бабочки, да. Да, они же тогда, я в том доме тоже у них были такие бабочки. Украсили хорошо. Гирлянду из банан. Очень-очень-очень классная. То есть это они придумали опять, да? Да, посмотри, какие обои классные. Слушай, вот фантазия у людей. И причем это очень умный ход, потому что эта комната может быть и для девочек, и для мальчиков. Да. То есть они не специально стилизовали, там, не принцессы и не рыцари, да? То есть это нейтральный такой мультфильм. И... Всем нравится. Да, и всем нравится. Очень хорошо. Да, слушай, сделали. Очень-очень. И мебель, смотри, они как будто в одном месте все покупали. Такая мебель стильная, хорошая. Хорошо, мебель это еще
от застройщика. А, даже, они да? когда строили А-а-а. Эти таунхаусы, они сразу их меблировали, стиль свой сделали, и практически каждый таунхаус, который вы будете здесь покупать, будет похожей мебель. Чем будет отличаться, это одеялками, ну, подушечками. Да, то есть, да. И украшениями вот такими. Так, здесь мы проходим ванную. Душевая. Туалет. И две раковины. Ну да, мебель хорошая. Тут тоже, смотри, здесь они везде поменяли, по-моему. Везде, да, да. Везде винил. Угу. Мне нравится так, все в одном стиле. Здесь это хозяйская спальня. Хорошая тоже кроватка. И красиво все оформлено. Оформили, да? Красиво, то есть, да. Смотри, мне нравится, когда постель застелена под отельный тип. Да. Сразу по-другому это все смотрится. Абсолютно. Сразу профессионально смотрится. Дорого. Никаких рюшек. Угу. И вообще современный такой стиль. И вот такой вот вид из окна. Слушай, ну вид здесь классный, реально, да. Давайте вот здесь смотрится. Вот вам. Опа. Вот это как раз водный парк, который вот. Мы тоже вам покажем. Вот он, этот парк. Уточки. Красивый вид. Угу. Так. Вот из-за этого вида он и сдаваться будет достаточно хорошо, надеюсь. Да, будем надеяться. Да, по поводу сдачи мы попозже поговорим. Я кое-какие цифры подтянула. И покажи, пожалуйста, ванную. Так, ванную показываем. Так. Душевая, ой, душевая ванная, посмотрите, в одном флаконе. Тоже две раковины, удобно. И вот здесь туалет и жираф. Все, посмотрели. Гардеробную ты сняла? Да, утюжки, все есть. Вот такой, да, это второй этаж. Выйдем они сейчас. Они бывают двух- или трехспальные. Угу. Но трехспальные они уже к 400 тысяч долларов. Трехспальные. 400 угу. тысяч долларов примерно. А, это 300, еще в районе 350. 340-350. Опять-таки от вида. Цена зависит от вида. Можно, это да. возможно, и за 335 купить с другим видом. Очень мне нравятся вот такие дворики. Приватные. Да, приватные, угу. то есть от соседей есть стены и вид на озеро. Вид классный. Лежачки, джакузи. Я вот похозяйничала, открыла, так оно закрывается вот да, этим навесом. Да, мы его закроем, когда будем уходить. Да, вот так выглядит джакузи. Хорошая вещь. Мы тоже, если снимаем домик, стараемся, чтобы был хотя бы джакузи. Ты знаешь, для туристов очень важно, я когда-то говорила, повторюсь, для туристов очень важно иметь какую-то лужицу. Пусть это будет бассейн. Вот эти таунхаусы популярны из-за своего джакузи. Да, да, да. Хорошая вещь. Здесь можно очень прекрасно провести вечер, красивые закаты над этим озером. Ну-ка, пойдем, выйдем. Вот такая красота. А погода-то какая сегодня шикарная. Сегодня погода, да, хорошая. Утром а давай скажем, сколько у нас градусов? У нас уже спрашивали. Да-да-да. С утра у нас было 7 градусов, а сейчас... 22, наверное. Я думаю, да, около 20-22. А на дворе февраль. Вот так-то. Ну, что, приезжайте, мы вас ждем. Да. Так, и что, мы будем прощаться? Ты знаешь, я хотела еще... кое-какие цифры назвать. Ага. Интересно, интересно. Да, я точно вам сказать не могу, какая у вас будет прибыль. Это как вы покупаете любой бизнес. Например, покупаете вы салон красоты, вы не можете спросить Надя, сколько это будет, сколько я буду получать денег, да, доход. Это понятно, это бизнес. Как вы этот бизнес будете вести, так он у вас будет и идти. Угу. В этом бизнесе очень много зависит даже от мелких деталей, от фотографий, от декораций, очень много. Это привлекает, изначально вид привлекает и картинка, ну, естественно, и цена. То есть, если вы будете выставлять намного дороже, чем ваши соседи, вам нужно постоянно этот маркет отслеживать, рынок, у какого соседа, какие цены, какой у него вид на озеро, на лес, на соседа. То есть, от этого и строится, конечно, цена. Но я посмотрела, опять-таки, есть мой любимый сайт AirDNA, потому что я могу только статистику вам сказать. Вот, AirDNA, опять-таки, показывает... Это статистика, это собирается статистика и по району, и по конкретному адресу.
То есть занятость где-то 78% в год бывает. Сейчас, вот, например, достаточно такой оживленный, горячий сезон, но бывают сезоны, я не знаю, бывает сентябрь не очень горячий. Вот, поэтому AirDNA выдает среднестатистическую цену за ночь. На этот выдал мне где-то около 180, это вот если весь год собрать. То есть в один день это может там 240 стоить, а в другой день это может стоить 140. Да? То есть это статистика берется. Но эти цены, кстати, Airbnb дает рекомендации по ценам, можно к ним прислушиваться. Есть другие сайты, где можно зарегистрироваться, и они, может быть, более точно дают рекомендации по ценам. Они собирают все цены соседей, самую лучшую цену, по которой вы можете сдать, они вам порекомендуют. Вот. И по поводу ипотеки. Этот таунхаус был взят в ипотеку. Дэвид Эггерс нам помог, и очень наши клиенты остались очень довольны. Так что, ребята, если вам нужна ипотека, обращайтесь, Дэвид вам поможет взять в ипотеку. И суммы у нас получились следующие. В общем, это была инвестиционная ипотека. Будет зависеть, конечно, все от вас, от вашего первоначального взноса и от вашей программы. По нашему первоначальному взносу, я сейчас не помню, 20% или 30% даже, по-моему, ребята положили, ну, скажем, 30%, да, они сейчас выплачивают. У нас получилось 1950 в месяц ипотечная ставка и принципал, где-то 115 в месяц страховка выходит и 350 в месяц налог. То есть за все про все 2400. 2400, скажем. Да, но опять-таки у всех будет зависеть от вашей кредитной истории. Очень много факторов, влияющих на ипотеку, но я просто дала вам конкретный случай. Ребята, ну я надеюсь, что вам все понравилось. Спасибо, что нас смотрите. Ставьте свои лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока-пока.